Новосибирский комбинат школьного питания полностью поменял поставщиков продуктов. Проверки надзорных органов за первые 3 месяца подтвердили высокое качество детских обедов. Однако некоторые контракты на поставку молочной и мясной продукции мэрия по-прежнему отдает соседним регионам, в то время как местные производители не могут найти рынок сбыта. Тему продолжит Александр Куршев. Почти 70 новосибирских школ сегодня получают завтраки и обеды от комбината питания. И претензии звучат последние 7 лет. В 2014-м из-за массового отравления детей сменили все руководство комбината. В 2015-м проверка Роспотребнадзора нашла до 80% некачественных продуктов. В 2016-м областная прокуратура выявила необоснованные контракты при закупках на сумму 57 миллионов рублей. Выявили 3 вида сыра, которые мы забраковали. Мясо говядину, 2 вида сливочного масла, которое нам предлагали, мы его забраковали. Куриное филе тоже забраковали, одно выявили. Сухое молоко. Сменили мы поставщиков мяса говядины, сыра, сливочного и растительного масла и куриного мяса. Сменили поставщика. Этот репортаж журналисты ОТС снимали 2 года назад. Уже тогда депутаты законодательного собрания сетовали, что цены на продукты для школьных столовых завышены. Юрий Викторович, на майской сессии вы затронули вопрос ценообразования на продукты для школьных столовых. В связи с чем это было связано? Был какой-то сигнал? Цель – это разобраться с бюджетными деньгами. Поскольку данный вопрос находится в нашей юрисдикции, то вопрос, что закупается за бюджетные деньги, по каким ценам. На основании данных общественников, на основании данных проверок, которые были сделаны, в том числе с участием органов прокуратуры, представителей прокуратуры, были выявлены подобные факты. Поскольку, когда мы с вами говорим о, в том числе о бюджетных деньгах, о том, что часть этих закупок, она субсидируется еще средств бюджета, и латаем наш Тришкин кафтан, может быть, внимательнее посмотреть, и у нас под ногами лежит Клондайк, и мы просто не хотим нагнуться и разобраться, и навести элементарный порядок. Эксперимент журналистов УТС подтвердил слова законодателей. Вот закупки 2016 года. Договор с компанией «Сибснаппродукт» на поставку сахара. Сразу подчеркнем, это не производитель, всего лишь поставщик. Комбинат питания приобрел у него товар по оптовой цене на сумму 1 631 тысяча. То есть килограмм сахара обошелся бюджету в 48 рублей. Смотрим такой же товар на полке магазина. Там его стоимость 45 рублей 99 копеек. Это уже розница. Если бы комбинат питания купил сахар напрямую у производителя, то получилась бы цена 42 рубля. Это официальные данные от Русагра. А еще подсолнечное масло, крупы и мясо. Везде разница в 5-7 рублей. То есть это 1%, 10% или это несколько процентов? Ну, там речь шла о завышениях от 1-10, наверное, таких даже вопросов бы не стояло. Там, насколько понимается, и те данные, которые были приведены, цифры от 20 до 150%. В 2017 году журналисты ОТС обнаружили в столовой новосибирской школы номер 179 грязь на кухне, отсутствие маркировки на блюдах и даже таракана. Это образовательное учреждение городские власти проверяли на день раньше и поставили оценку «отлично». Нет, он не сухой. Он не сухой. Это настоящий таракан. После репортажа во многих школах прошла дезинфекция. Сегодня, благодаря контролю со стороны родительских комитетов и общественников, порядок навели, уверяет новый руководитель комбината питания. Чисто, полезно, сытно. Однако некоторые продукты везут из соседних регионов. Маслянинский, Тагучинский, Ордынский районы предлагают свежие и вкусные молочные продукты. В то время как комбинат питания выбрал поставщика из Барнаула. Молоко мы сейчас берем в молочной сказке. Это барнаульский завод. Качество отличное, и по ценовой политике оно устраивает всех нас. Немножко демократичнее цена. Насколько демократичная, директор комбината питания уточнять не стал. Одно из предприятий Ордынского района предлагает цену 20 рублей 3 копейки. На официальном сайте Барнаульского молочного комбината оптовая цена за литр молока составляет 20 рублей. А если приплюсовать еще и транспортные расходы, будет ли выгода? Александр Куршев и Константин Менин, Новости ОТС.